Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые зрители. Бүгін 27 мамыр. 27 мая 2024 год. Қазір мен Алматы қаласынан шықтым. Бүгін баратын жеріміз Алатау қаласы. Сейчас только что выехал из города Алматы и направляюсь в город Алатау. Алматы қаласының қасында орналасқан Жетіген деген ауыл бар бізде. Осы Алматы облысында. Осы жылдан бері ол енді статусын өзгертіп, атын өзгертіп, енді Алатау қаласы болды. С недавних пор населенный пункт село Жетіген поменял статус на город и еще и название. Теперь это у нас город Алатау. Выехал на автомагистраль из города Алматы до города Конаев. По пути будет съезд на Жетген. Точнее, на город Алатау. Заезжаю на платный участок дороги до города Конаев. Попрошу строго не судить, так как Жетген только недавно получил новый статус и новое название. Как бы на данный момент он до сих пор выглядит как поселок городского типа. Вот, и когда станет, так скажем, полноценным городом, когда там будут строиться высокоэтажные дома и так далее, пока все это только в планах, в будущем и так далее. Пока что никаких знаков не было о том, что в этой стороне есть город Алатау. Только Конаев, Талдыкорган, Өскемен. Строится какой-то мост, что ли, что это такое? Какая-то дорога туда идет. Дорогу строят какую-то новую? Интересно. А что за новая дорога строится? Что-то я не понял даже. Не слышал. Если вы знаете что-то, то поделитесь об этом в комментариях, пожалуйста. Потому что не знаю, какая-то прям по полям строит какую-то новую дорогу, по всей видимости. Пропустил свой поворот, так как вдоль трассы до сих пор нет никаких знаков о том, что есть город Алатау. И также убрали знаки на Жетген. Вот, а я сидел, смотрел, думаю, где же будет сейчас поворот. Сейчас, на всякий случай, перепроверил еще по картам, да, и вправду пропустил. Теперь еду до ближайшего разворота, потом обратно. Такие вот дела. Ближайший разворот у населенного пункта Заречный. Заречное. Как сегодня круто видны горы. Как добрался обратно до этого поворота, где съезд на Жетген. Никаких указателей про Жетген или Алатау нет. Вот, видимо, это вот для указателей будет. Видимо, еще изготавливают. Жетген, Алматы облысы или ауданы.
все еще есть старые знаки. Выезжаю на Ильинский тракт. Нам налево. Дорога в сторону города Алатау. В будущем, наверное, будет, если как бы город активно расти будет, то, соответственно, будет, наверное, дорогу расширять. В данный момент сейчас по одной полосе в каждом направлении движения. Но здесь полосы довольно широкие, так что можно по чуть-чуть добавить и сделать по две полосы. Появились вот такие арки, видимо, будет потом в дальнейшем надпись Алатау Сити или Алатау город. Быть может, в будущем это теперь станет не Ильинский тракт, а Алатауская трасса. Но при этом у нас рядом с Алматы есть еще одна Алатауская трасса, которая ведет в микрорайон Алатау, который находится в районе, в Медеевском районе. Вот. Не будет ли какая-либо путаница потом в будущем? Ну что же, вот слева поля, справа поля, уже подъезжаем к населенному пункту Жетиген. Добрались. Надпись сохранилась все еще. А здесь вот с правой стороны на въезде она вот так выглядит. Хошкелингиздер, Жетиген. Вот. А здесь уже есть официальный знак G.Alatau. Вот такой вот. Конечно, ничего не хочу такого прям сказать. Я и сам говорю чаще всего на русском языке. Я частное лицо, так скажем, да, мой выбор, все дела. Вот. А на въезде только что был G.Alatau. Это сокращение G, это город, .Alatau. Ничего не имею против, конечно. Можно и так написать, да, но почему не К.Алатау, то есть, или Алатау Каласа, вот, ну или почему не сделали тогда два знака, или вообще зачем вот это обозначение Г. Можно тогда просто написать Алатау и, так скажем, не заморачиваться, вот, Акимату стоит насчет этого задуматься. Вот о чем речь. А здесь вот пока что пусто. Наверное, тоже напишут потом Алатау. Так, смотрите, что я нашел. 24.05.2024 года президент провел встречу по вопросам реализации проекта Алатау Сити. И Алатау Сити пишется на английском языке. Так. Хотят сделать это флагманский город, флагманский проект Алатау Сити в Алматинской области. Была встреча с компаниями Сурбана, Джуронг. Это у нас что? А, Сингапур. Вместе с Сингапуром будут, хотят развивать данный город. Так, так, так. Ну вот, можно зайти вот на сайт online-закон.kz и там найти данную статью. Говорят, что потенциал у этого города будет прям бешеный, огромный потенциал. Это будет катализатор экономики не только Казахстана, но и всего региона Центральной Азии. Представляете, какие надежды на данный город? Вот, потом, что еще здесь? Так, так, так. Акиматом Алматинской области совместно с АО «Каспиан Групп» и компанией «Сурбана Джуронг» была разработана концепция генерального плана развития города G4 Сити в Алматинской области. А, смотрите.
Получается, город Алатау — это не только Жетыген. Это прям проект G4. И здесь они говорят, что президент одобрил решение о расширении территории специальной экономической зоны с 30 тысяч до 96,5 тысяч гектаров и переименование названия СЭС G4 City в СЭС Алатау. Получается, вот эти вот Gate City, Growing City и так далее, которые планировали строить новые города вдоль Капчагайской трассы, это все теперь город Алатау, получается так. А Gate City и так далее, все остальные города, они, видать, будут какие-то что-то вроде микрорайонами города Алатау. Просто они все так друг от друга прилично так разбросаны. По всей видимости, в будущем хотят это все соединить. Как-то, не знаю, может быть, будут какие-то метро или электрички, или ЛРТ между ними ходить. Но это реально какой-то прям, ну, очень долгосрочный проект. Я не знаю, когда это реализуется. И вообще, как бы, я успею ли застать это в своей жизни, увидеть, как построят все эти 4 новых города, как будет процветать и, так скажем, становиться мега-крутым городом данный город Алатау, который ранее Жетыген. Да, наверное, наши дети это увидят только. И то тоже под вопросом. Так, ну, информации про город Алатау сейчас в интернете очень много. Нашел еще одну статью. Вот, пишут, территория города Алатау разделена на 4 ключевые зоны. Это вот Gate, Golden, Growing и Green. То есть 4 новых города еще появятся. То есть, которые будут, так скажем, микрорайонами. Точнее, не микрорайонами, а районами города Алатау. Вот, потом... Видение и, как бы, реализация города Алатау — это центр развлечений и туризма, экспортно-ориентированный город, торгово-логистический центр, современный город мирового уровня с самыми комфортными условиями для жизни, город с устойчивой инфраструктурой, пятый благоприятный инвестиционный район. На территории проектируемого города площадью 88 тысяч гектаров расположено 12 существующих населенных пунктов. Это у нас село Дулат, село Кайрат, Жетыген, Енбек, Жаңаарна, Койган, Жаңадаур, Жаңаталап, Антымак, Коянкос. Потом городская администрация Конаева и село Заречное и село Арна еще. Такие вот дела. Также здесь отмечено, что это будет как бы не Gate City, а, видимо, будет Gate District. Видите, Golden District, Growing District, Green District. То есть это будет район. Также в статье говорится, что на данный момент в общей, так скажем, да, картине, в целом, если брать все вот эти населенные пункты и так далее, которые войдут в так называемый город Алатау, то есть территориально он просто огромный. Это просто огромная территория, и здесь проживает 50 тысяч человек в данный момент. Но говорят, что в будущем, когда все эти города построятся и так далее, будет проживать почти около 2 миллионов человек. И также пишутся в статье, что они рассчитывают, что со временем, с развитием города Алатау, многие, ну, часть жителей города Алматы переедут сюда. В данный момент сейчас вот так выглядит город Алатау. Проведен газ таким вот образом. Над землей пешеходные переходы есть. Люди здесь вот с левой стороны ждут попутку, чтобы добраться до города Алматы. А вот такое вот здание строится. С правой стороны есть тротуар, есть дорожное освещение с левой стороны. Интересно, вот по вот этой центральной улице в будущем что-то изменится или нет? То есть будут ли все это вот выкупать, сносить, строить высокоэтажные дома? Потом, каков будет объем инвестиций сюда? Сколько денег, как бы, потратят на развитие данных городов? Откуда столько людей возьмут?
Вопросов, конечно, очень много. Вот кто-то продает Камаз Шабат. Так, вот здесь вот находится мечеть. Появились лежачие по вот этой центральной улице. Раньше такое количество не припомню, чтобы было. Идет экологическая акция «Таза Казахстан». Есть прям огромный плакат. Так, предлагаю вот здесь вот завернуть в сторону, так скажем, многоэтажных домов. Съехали с Илийского тракта. Здесь находится местный базар, шаштараз и так далее. Так, здесь вот с правой стороны находится военный городок. Так как здесь вблизи находится военная база. Вот видите, огорожен бетонным забором, есть КПП и так далее. В целом на канале есть старое видео про Жетген, аула, населенный пункт Жетген, село Жетген. Вот, можно будет посмотреть, оно, так скажем, побольше в этом плане. А ну, в этой поездке я пытаюсь найти какие-то, то есть, ну, что-то новое в этом плане. Пока что я ничего такого нового не вижу, много разбитых дорог. Ну, как говорится, не все сразу, да? Торговый центр Алма-Ата. Будем смотреть, наблюдать, как будет меняться данный город, в какую сторону, когда. Орхидея, салон красоты. Сауда и караван. Здесь вот тоже что-то строят. Здесь, как помню, находится что-то вроде центральной площади. Вот сцена есть, памятник, помню, здесь был. А он сохранился. Вот это заброшенное здание все так же стоит заброшенным. Вот, давайте вот на эту улицу вернем. Здесь вот находится многоэтажное строение. Золотой лев есть. Ресторан. Здесь вот двухэтажка слева. Справа тоже двухэтажка. Алина. Натали.
Терек. Мы переехали в здание почты. Это, видать, рынок Наурус, да, Наурус базар. Ой, я, видать, круг сделал, да, к каравану вернулся. Алатау қаласы әкімнің аппараты. Аппарат әкімі города Алатау. И в целом вот так сделал круг, получается, и вернулся опять на основную дорогу. Это вот Илийский тракт. Погода прям сегодня ветреная. Вот направление на полицию. Шарм шоп. Двести автобус сюда приезжает. Сейчас еду в сторону железнодорожной станции. Говорят, в той стороне планируют строить новый мост через железную дорогу. Тоже есть тротуар, ограничение 40, пешеходный переход. Тоже дома, дома многочисленные. Здесь вот тоже новый объект строят. Камхор, Дархана. Ого, здесь тоже новый объект строят. Ну, смотрю, как бы не стоит на месте населенный пункт. Развивается, строятся новые объекты. Уже добрались до железной дороги, там сейчас проезжает состав, красный свет горит. Видимо, здесь хотят в будущем построить какой-то железнодорожный мост, чтобы вот так машины постоянно не стояли, не ждали. Также здесь есть железнодорожный вокзал. Как видите, здесь поток большой, много людей ждет, пока проедет поезд. В этой стороне находится железнодорожный вокзал Житген. Тоже есть тротуар. Вот он, ЖД вокзал Житген. Наверное, ЖД вокзал так и останется таким же названием. Ну, в плане станции Житген. Дороги здесь, конечно, не ахти. Рядом с ЖД вокзалом находится вот военный объект. Сюда приезжает 220 маршрут. Ну что же, это все, большинство, так скажем, я уже ранее видел. Все это есть на канале. И в целом про все населенные пункты, которые были озвучены, которые входят в состав города Алатау теперь. Сколько там, 12, да, их штук. Вот, про всех них тоже есть материал на канале. Заметил, что ЖД переезд данный здесь не оборудован автоматическими шлагбаумами. То есть там вот девушка, она выходила и сама вручную открывала и закрывала шлагбаумы, когда проезжал поезд.
Возвращаюсь обратно на Илейский тракт. В целом посмотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и близкими. Вот, в комментариях напишите ваши вопросы, если есть вопросы. Ну и информацией поделитесь, что вы думаете вообще как бы об этом городе. И как думаете, как бы, когда все это построят. Ну и, конечно же, очень рекомендую в интернете в поиске забить город Алатау, и вы увидите такие примерно, так скажем, эскизы, проект строительства данного города, и можно реально удивиться. Там очень мощные планы вообще, конечно. Вот, кто-то называет, что это вообще как будто новый Дубай здесь строится. А там Микен, мебель, ковры. О, здесь тоже что-то строится, или это уже долгострой. Выезжаю из города. На выезде из города стоит старый знак Жетиген. Конец населенного пункта Жетиген. Если вам стало интересно про вот эти новых 4 района, которые будут строиться, которые изначально должны были планироваться как 4 новых города, Гейт-Сити, к примеру, да, он уже строится. О нем есть видео на канале отдельное, можно будет посмотреть. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.